Немножко как-то подблудила я. Но сурикаты расставили все на свое место. Вон один. Точнее, два, три шевелятся, вижу. Здесь один на бревнышке замер. А на парапетике и рядом со стеной. Боже мой. Ну что такое полилось? Это аисты сверху вон поливают. Гуану. Так, это по-прежнему еще африканская зона. Как-то я не могу никак с Африкой расстаться. А, это я подошла к африканской зоне с другой стороны, боже мой. Ну нельзя так пугать, ребята. Прямо из кустов выпрыгиваете, как бандиты, бандюги. Фу, аллилуйя. Я просто думаю, львы-то, львы где? И в итоге, да, львы чуть дальше. Там такая тусовка около бобов. Знакомые очертания. Вот она, родная Америка. Там топирчик с руки просто кушает. Ламочки. О, боже мой. Точнее, это гуанако. Эти. Ну, непонятно для кого пруд, для уток. Ну, утки-то обычные какие-то наши, простые селезни и прочее. И Libre Patagonico. Помним такую чудо природы, которая в зоопарке Мендосы разгуливает, как здесь разгуливают павлины. Да, это мара или патагонский заяц. Патагонский заяц. Красавчики. Нянду вон там, он страусы. Один вижу, второй стоит. Это гуанако, я, честно говоря, подумала. Ну да. Похоже на ламу. Ну, не сильно разбираясь в этом, разобраться сразу сказать правильно сложно. И здесь обед. Топерчики закусывают морковкой.